оперативного отделения номер 1 установлено окно приема МФЦ, также установлен компьютер для свободного доступа к государственным услугам. Это очень важный шаг на пути к решению задачи по оказанию комплексных услуг в различных жизненных ситуациях. Рождение ребенка – это очень важный и трогательный момент в жизни любой семьи. Поэтому для нас важно, чтобы уровень комфорта для семей, для молодых мам постоянно повышался. И, конечно же, расширялась возможность для доступа к государственным услугам в электронном виде. Мы стартуем с 5 базовыми услугами, такими важными для семьи. Это получение свидетельства о рождении ребенка, регистрация по месту проживания, получение СНИЛС, а также возможность подачи заявления в электронном виде на запись в детский сад и на получение материнского сертификата.